Привет! И кто-то еще жалуется, что не понимает современное искусство. Здесь вроде как все предельно ясно. Кажется, мы знаем, где этот мужчина может хранить запасы на зиму. Что делать, если твоя машина заглохла, а у тебя нет буксировочного троса? Искать такого же безбашенного байкера, как этот парень. Не переживай, это не начало фильма ужасов, а просто манекен, который кто-то утопил в озере. А сколько меда нужно заплатить, чтобы собрать полный такой костюм? Выглядит это безумно круто. Вообще секрет прост. У каждого роя есть матка, которая своим запахом приманивает остальных пчел. Нужно лишь аккуратно положить матку в мешочек и привязать его к себе. Но не факт, что пчелы будут так же дружелюбны. К тебе когда-нибудь приходили гости, которых ты не ждал? Ну, теперь ты знаешь, чем угостить их в следующий раз. Вряд ли кто-то при виде такой тарелки будет выяснять, водоросли это или реальная шевелюра. На эту флешку можно смело записывать самые секретные данные. Учитывая, насколько она похожа на реальный палец, вряд ли к ней прикоснется кто-то посторонний. Когда на Рождество загадал побывать наконец за границей, но твое желание в итоге исполнилось как-то неправильно. Ты думал, что «Кунг-фу панда» — это просто мультфильм? А вот и нет! Посмотри, этот парень очень даже настоящий. И сейчас изо всех сил пытается отбить цену билета на его шоу. В китайской культуре жаба с тремя лапами – это символ богатства. Ну а у этой целых пять, так что парню, который ее нашел, повезло еще больше. Этот кабан не напоминает тебе друга, который лучше всех прячется при игре в пейнтбол? Нет, серьезно, это ведь совершенный камуфляж. Как быстро ты заметил его на этом видео? Давай-ка еще раз. Шапочка из фольги? Ну уж нет. Этот парень явно прочитал слишком много теорий заговоров, и теперь ему нужен полноценный костюм. А вообще это, наверное, отличное спасение от жары в солнечный день. Ты уже не молод, колени болят, но душа все еще просится на рейв. Вот просто гениальное изобретение! Такая платформа поможет тебе отрываться с друзьями в любом возрасте. Осталось только решить проблему с головной болью, и вся вечеринка у твоих ног. Что делать, если тебе срочно надо сварить кукурузу, а у тебя под рукой нет плиты или горелки? Конечно, найти термальный источник. Только будь внимателен. Некоторые из них просто выделяют газ, а вода остается чуть теплой. Ну и будь готов к не самому приятному запаху серы, которая там, скорее всего, есть. Для всех нас так и осталось загадкой, что несет на себе этот парень. Если ты разобрался, пиши в комменты. В местном магазине большая распродажа, а твои руки уже заняты покупками. Вот здесь-то и пригодится хорошая осанка и мягкая походка. Как выглядели бы люди, если бы внезапно поменялись разумом с кошками? В интернете даже на это есть ответ.
Видимо, обычные отжимания даются этому чуваку слишком легко, поэтому он решил вывести их на новый уровень. Как думаешь, ты сможешь так же? А что, отличный питомец! Его можно выгуливать в парке, за ним не придется убирать, всегда доставит твою почту домой. Интересно, сколько он знает команд? А тебе хоть раз привозили из интернет-магазина обувь неправильного размера? Ну, этого чувака такие мелочи явно не смущают. Нет ничего лучше, чем вид на облака из иллюминатора самолета. И вот не говори теперь, что ты не купился. Выглядит такой макияж, конечно, невероятно эффектно, но мы бы на месте этой девушки все же поговорили с барменом. Почему обладателем единственного рта он кладет две трубочки, а ей даже не шесть? Что мы знаем об Исландии? Это гейзеры, красивые пейзажи и сложно произносимые названия. Но вот о внезапном вулканическом смерче нас никто не предупреждал. На самом деле все довольно безопасно, и такая пыль способна доставить туристам лишь легкий дискомфорт. Думаешь, что твой образ на костюмированной вечеринке был не самым удачным? Этот парень решил сделать себе костюм короля черепах, вот только забыл покрасить его в зеленый. Судя по тому, как он в него помещается, он точно не думал о своем комфорте. Надеемся, он взял утешительный приз на конкурсе костюмов. Ну, или хотя бы добрался до этого мероприятия. Если руководство может быть累了的话, мы можем включить автоматический режим. Видели? 行走速度非常的快，而且上坡的时候也是非常的轻松，不但非常的温暖，而且特别的省力，非常的好用。 Чтобы мы с тобой как следует подпрыгнули перед экраном, этому приятелю часами ежедневно приходится накладывать грим. Как теперь смотреть на монстров в фильмах ужасов без легкого сочувствия? Современные проблемы требуют современных решений. Как набрать ванну, если кран над ней не работает? Вот этот гениальный инженер нашел идеальный способ. Мечтал ли ты в детстве, чтобы тебя укусил радиоактивный паук? Ну что ж, теперь мы выяснили, что будет, если тебя укусит радиоактивная лягушка. Ладно, на самом деле это гипертрофическая остеоартропатия, достаточно редкое генетическое заболевание. Когда решил экстремальным способом доказать всем, что скинул к лету пару килограмм. Главное успеть втянуть живот в конце, а вообще неплохо бы смазывать себя маслом перед таким спуском. Не зря говорят, что настоящий воин способен защитить нас любым предметом, а если посмотреть на эти учения, можно чувствовать себя в полной безопасности. Если всем так нравятся лондонские двухэтажные автобусы, то почему бы не построить себе двухэтажный велосипед? Подумал этот парень из Австрии. А
герой этого видео уверен в том, что машины скоро поднимут восстание, и решил объявить войну первой. Но пока начал с малого.